полосе Тузла через пару-тройку лет таки появится Крымский мост. Там дальше, впереди, вот там, Крым. За спиной Кубань, Краснодарский край. Здесь такое уникальное место. С одной стороны Черное море, с другой Азовское. И вот, если посмотреть, вот прямо здесь встречаются два моря. Смотрите, как это классно выглядит. Обалдеть. А впереди город Керчь и остров Тузла. Здесь когда-то появится Крымский мост.